Здравствуйте. Сегодня приготовлю картофельную запеканку или гратен, если угодно. Нарежу картофель тонкими пластинами 3-5 мм толщиной. Положу его в холодную воду, пусть отлежится и уйдет лишний крахмал. Затем откину на дуршлаг, а уже потом уложу на бумажное полотенце. И промокну еще сверху дополнительно. Если у вас молодой картофель, эти манипуляции делать не обязательно, просто нарежьте. Форму для запекания: ложку полторы топленого масла или сливочного, немного чеснока, я использовал 3-4 зубчика, и укладываю пластины картофеля. Затем доливаю сливками, жирность 33%. Ну, не меньше 30, желательно. Количество сливок порядка 300 мл. Солю. Добавляю белый перец. Свежемолотый. Ну, белый, чтобы он черными пятнышками там не портил нам красоту нашего блюда. И немножко мускатного ореха добавляю. Ну, не поленюсь, я вот приподниму каждую пластину картофеля, чтобы сливки прошли в тех местах, где они могли не пройти. Засыпаю сыром обычный пошехонский сыр. 400 граммов. Я его натер на крупной терке. Ну и сначала примерно 2/3 сыра я использую. Накрою им картофель. Затем все содержимое закрою листом фольги. Не герметично, так, приблизительно. Затем пошло все это дело в духовку. 200 градусов. Час времени. 1 час. Если у вас картофель молодой, то будет достаточно. И 40 минут. Дальше достаю все это дело. Проверяю. Ну, картошка немножко не дошла. Но она дойдет. Засыпаю оставшийся сыр и уже без фольги снова отправляю в духовку на 10-15 минут. Достаю. Ну вот он, это и есть гратен. Корочка, герметизирующая наше блюдо сверху. Это вкусно. Не скажу, что это диетическое блюдо, потому что оно очень калорийное. Но это очень вкусно. Всего хорошего, приятного аппетита. Удачи, до встречи!